Ты тут с нами. Защитник. Обвалившаяся галерея и налево. К Везаксу. Никакой тактики, просто зарганули. Да не, нормально. И повезло с бомбой еще. Чего побежали к Алгалону? Не знаю. Видишь? Квест, давай. Тактику. А суманите потом, пожалуйста. Сейчас мы квестик зададим. А куда нам сдавать-то? Блин, где собрание находится? Давайте после уже. После. А куда идти? Идите на трэш, блядь. Парковаться-то вот, фу ты, блин. Обвалившаяся галерея. И налево. Блин, я забыл сдать квест после совета, я печати не получил. Хорош. ГЦ. Придется сделать пожарника еще и на следующем. И Торима тоже. Да, и Торима тоже. Знаешь, что за ключик на следующем куда? Славик, иди начинай танчик на пулево на него. Вместе с Валерой. А 4 квеста сдаешь и все, ключ или там что-то еще надо сделать? Дашь следующий ключ. Дайте трэш, ребята. Дайте трэш. А, вот так ты самогон не был, да? Чё-чё? Да не я был. Ну такая респондент, да? Где вы там все? Надо все этого генерала идти бить. Чё ты, Бибоп, говоришь? Блять, ну бейте трэш, сейчас возьмемся. Да не, просто самогон, короче, сначала дал триню в трейд, потом надеялся на то, что ему сразу 2 трини в трейд положат. Самогон, фильм? Я, короче, отдал триньку Джериону в обмен на то, что он мне, короче, другую триню отдаст, а он меня наебал и не отдал ни одной. А, короче, обходим. Ребята, кто там протянулся к Фрею, там два моба. Вот, ну, умерли. Да. Надо обойти просто. Просто обвалившуюся галерею надо протянуться и налево пойти. Ну, умерли. Но... Что стоят все ФКши там по рейду? Три человека только играют. Не бьют трэш. Кто ключи? Спасибо, Бабу. Не забуду этого. Так, а зачем вы агрите? Да, 5 человек. Мы все ничего не добежали. Да, кто знает, полрейда стоит. Значит, готовы? Сейчас у полрейда просто ступор. Они протонулись, а справа мобы. Не хватает смекалки обойти налево. Вот и все. Стойте на маунте, дайте починиться. А, так они право от левого не отличают, ясно. Так, не, саранитого врага не будем делать долго. Пойти без смертей сделаем, давно не делали. Роль, давай на себя это меняем. А мы сейчас на Везекса идем. Слышали, Невал? Мы на Везекса идем. Просто партняша. Да. Давайте сделаем запах саранита по утрам, умоляю. Да пошел. Давай, как раз уже хардмоды 3 сделали. Он там прости последнее чиво на Везексе. Мне тоже. Давай без смертей сделаем. Пробуем. Так, я пока пойду сдам квесты, вы не против? Ну, смотри. Не, давай трэш побьешь, а эти квесты никуда не денутся, тут уже не будет никаких квестов больше. А потом. Да там появится трэш потом. Пойдем, и там все сдадим. Подходите все сюда, кто там? Краль, Каракшас, Камень, сделай. Кстати, футбол. Не доживляем. Потому что те, кто должны были умереть, умерли на обстреле. Олег, а ты брал гитарец на кузнечку, падали? Не, не падали. 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 Давай это зашли махнуть. Ставьте шкаф с умонем оставшихся. Что? Ну, на кузнечку можешь дать мне, я тебе вот такое вот.
Че моба, после моба засумаю. Блин, какой-нибудь. Ну поезд так, а что там есть телец? На зеленую рубашку мне. Не знаю, это по-моему. Дай мне зеленую рубашку. Сейчас шкаф ставьте, засумаю. Прыгните там. С квеста выпали 226 посланника рецепты. Ура. Ну давай в ГБ так-то кидай. Ваня, мутант в чат напишите, это много еще, нет? А что он делает? Их хант Леголас, жди, жди, жди. Ставим нам, дашь? Стой пока. Что вы делаете? Что вы делаете? Мутант, напиши в чат, много тебе еще, нет? Да он АФК, АФК. Отойду на секунду. Сейчас пошел. Уже 20:33. Уже хочется раз. Да нафиг она нужна вообще? Сейчас бадос обличает 25 гер. Сова есть 6.1 ВРС, нормальная. Сейчас бы в пугарит пойти с Лёликом, послушать его мат и на рейде офенсу. Чё там, кстати, код доступа раньше, они там возвращаются? Там собираются вроде чё-то. О, Дима от нас уходит? Ну а, он выгибает, нет. Переходит. Лёлик это камикадзе? Да. А чё, он собирает что-то? Тайно надо собирать что-то. По АДР, там помню, вроде такой более-менее адекватный был, сейчас какой-то не очень. Прям как ты. Да, ну все мы такие. Не, ну его, если не бесит, то нормально. Да, мне классно бесится. Мне вот как раз нравится, да, когда его доводит кто-то. Первый тест вчера на було, по-моему, не было, потому что я сразу сдох. Сука, как я было после того, как я свалил. Не быстро убили, мол, с второго трая. Отлично. Подожди, где? Нет, у меня такого нет. Не, Олег, вот а за ульду можно ИП на кого угодно получать? Ну, она ж одна по идее. Мало. Заранее написать это в ульду, либо буду раздавать. Стойте там, я в пачке приведу сразу. Покажешь. Не подведи. Там залей, мир хапало. О, фокуса. Ак, скинь номер фокуса. Вау. Ну есть. Как понять, это персональный или нет? Там написано. Давай мне посмотрим. Ты спутал, наверное, с этим, с наложением чар, который выпадает с воды. Прыгивайте вниз, пойдемте. Ну, это вообще не персональная штука. Ладно, куда мы прыгнем? Сколько тут ГП за смерть челику? Саня, ты кинь кулаки нам, наверное, тебе потом крест башни 10 минут. Хера ты его выйдешь? Сына! Босс не сажается. Не, к нему же можно подходить. Копье фиолетовое летит, от него надо убегать. Кто умрет? Мне почему-то кажется, что Беф умрет. Вам так не кажется? Причем от никому не понятной хуйни он сдохнет, мне кажется.
Вот. Или Ваня опять не вынесет метку. Будет хилить босса. Сейчас он под боссом буду. Ваня, не бани ему ГГ. Сейчас. Ребят, напомните, как типа здесь? Я давно очень был. А ты кто? Просто бегать метку. Ты кто? Я не скажу. Кто? Он окреблен. Тебе в ПМ напишу тактику, кто-то. Я тебе не верю. Я знал, кто-то. Баш покидает рейдовую группу. Шпарь, блин. Олег тут, да? Нет, давайте будем все в одной точке стоять. Не, это ебан, так. Нормально так будет, когда вытягивание жизни будет поставать много отхилить точки. Ну, если его быстрее выносить, то ничего не будет. Не, он реально много будет отхиливать. Есть тебе кап. Гулья 25 не забывай. Надо все нормально делать сразу. До пула. Мы как раз в тебе постояли, помню, ачивку запороли. Я тоже помню, как Ваня тогда стоял во мне 20 секунд и хилил босса. Ну ты сам от копья отлетел. А помните, как я не дал копья запорола? Я помню, да, помню. Она лежит. Дайте лучше бафы, пока что Олег не пришел. А дайте лучше, чтобы почему-то прибыл дракон золота. Там Адил перед Везексом в проходе стоит почта. Как туда подняться? Да, я поставил. Нет, это не почта. Где? Почта, иди сюда, к Сове. Там. Где, у него в шоке, что ли? Олег, ты тут, не? Где почта? Да. Камень! Дайте рыбу. Дорогой Войт Кнайт, надеюсь, у тебя все хорошо и ты уже пришел. Пришла себя после наших приключений в Ульдуаре. Ну это ты пришла. Пацаны, есть слот, есть слот, слот есть? Нету. Мои друзья из пустой команды наткнулись на полуживого человека. Слот, слот, слот. Да нету, сука. Я читаю, не мешай. Должно быть, он стал жертвой эксперимента железных дворов. Мы поставили его на ноги и с тех пор значительно подросло. Можешь сам убедиться. Мы, к сожалению, хорошо. Ладно, что делаем? Без смертей, верно? Да? Смертей плюс синефобия. Да не, сранит голову, просто делать уже как много делали. Кое-что. А кто танчит? Следующая неделя. Мутан танчит. АДК есть? Есть. Бау, тебе надо только стоять в метке, отбегать за меткой, когда копье кидается в твою зону. Если появляется зеленый луч на ком-то, ты отбегаешь от него. Туда босс кидает этот зеленый луч, все должны на дистанции выбежать от этого луча. Этот человек с этим лучом тоже отбегает от всех людей, потому что босс начинает хилиться. Распределять тебе, что там так? Пейпер под босса будешь хилить, да? Пейпер под босса, козырь в РДД зоне. Фокусаку тоже в РДД зоне. Что-то у тебя там жарится, что-то котлеты какие-то. Да, короче, у нас камень сводит. Зону Айкен Блинк, вся первая пати везде, вся четвертая пати, сейчас скажу, четвертая пати в кружке, так, сейчас я себя поменяю. Котлеты там правильно поджарятся. Боже, он драники жарит тоже, по твоему рецепту. Короче, смотрите. Первая пати в звездочке стоит, бегайте за ней. В кружке четвертая пати, бегайте за ней. В квадрате. Ой, в кружке четвертая, да. В пятой пати за квадратом бегаете. Пятая пати. Вторая, третья это милики, танки и пеппер. Ну, вендетта тоже на рейнже стоишь.
и Вефа тоже. Меликов немало. А я чё, в хиле? Не знаю, ну давай ты будешь в сове. Окей. Чек на пол. Давайте попробуем тенефобию сделать. Без смерти это главный приоритет. Нарексис тут. Все готовы, мутант, не начинай. Загроз иди. Что такое? Пердаун. Наверное, все, падает. О, там мутанта власть была включена. Он взбесился. Ебать, с пула нахуй пол умирает. Вы чё, дауны что ли? Ну так он же разрывать всё-таки. Разрывать это чего-то, блядь. А чё там, власть или что? Чё, блядь? Я власть крови снимаю, блядь. Бегите к боссу, сдохнем быстрее. Не бегайте от него. Конченый танк, а. Ну ладно, теперь можно хардмод режим сделать, но их можно рассказать тактику. Забей, давай в бабычке. Времени и так уже много. Времени немного, мы успеем и плюс 0 сделать, и я тут суранит. Да нет. Чё, чё ленивал, будем ХМ делать? Не, психопаты был. Отлично. Давайте просто вот, как я сказал. Посмотри, Виталик, с какими тринкетами я бил. Первая мать в звездочке, четвертая в кружке, пятая в квадратике. И сделаем тенефобию. Не надо три пати, надо две пати. Норм. Чем три-то пати, да? Две проще. Какая разница? Две. Ну лучше, она выбежала, другая стоит, тоже дамажит. А тут у нас будет одна пати стоять и две бегать. А, не-не-не, не надо, там Ракша сорвет агро и вайпнет рейд. Там то босса едят вообще. По-моему, не? Или я не прав? Так, нет, ты не прав. Ракшас в любом случае сорвет. Ну, почему Ракшас должен срывать игру? Вы там на стакате, допустим, смотри, две лужи, не три лужи на стакате. Это умноженный урон уже три раза. Но кто-то сорвет. Берешь, короче, одного ханта в звезду, второго ханта в кружок и все. И что ты... И что это такое? Ну, хант под напулом. И под лужей напулит босса. Ракшас нас сорвет игру. Слышь, куда вообще бежать? Ну, я не пойму нихуя. Валившийся пилили, да? А, дальше. А, ты левый на налево. Тыкайте. Беги, стой на месте. Давайте быстренько побежали. Времени мало. Тыкайте, ребята. Пал галерея и налево. Кстати, да, мутант уже второй раз в поре тащил. Это без смертей мы сейчас запороли, да? Угу. Да ПЕП запороли. Но если мы сейчас без смерти убьем, она же все равно засчитывается, нет? Нет. Извини, нет. Самые нормальные пацаны, которые делали плюс 0 тупо с первого раза. Вот рыба вам. Пушите. Ну все, саранит на следующей неделе и этого брендира тоже на следующей неделе. Ты без смертей. Что без смертей? И 9 жизней. И 5 РС от после, блядь. Да, и 9 жизней. И орбитафию. На орбитафию тоже можно. Прикинь, как в Диабло, да, на хардмоде? Умер и заново перса качаешь.
Так, давайте чек на пулы, раздайте бафы, каску по локам. В трех пати мы стоим сейчас. Да, давайте попробуем три пати, просто интересно попробовать, как это будет. Табаф дайте? Плюс табаф. Лукасаку тут? Да кто? Это Брик попросил? Тогда а, крестик, крестик и кружок вы вставайте подальше, чтобы место было среди них. Ну типа, чтобы отбегать. Сейчас бы звездочку крестиком взять. Каску локом. Если, конечно, ДБМ спалит все метки, ребята, извините, не виноват. Все, есть каски? Последний чек, последний чек, исключительно классный. Дайте МП5 шаману, зомбафает. Поставь тотем на МП5. А, или там паладин разберитесь, дайте шаману крест. Все. Тимисфобию, да, делаем же. Да, тимисфобию. Да, делаем. Так, идет каст, стрелы, смотрим внимательно на печь. Отбегает удачи. И отвечает. Стреляет на игрушку. Следующий каст у нас. Калец. Отбежали, калец. Не стоит лучше. Следующий каст на край. Край какой-то. Сейчас будет зеленый вефа. Отбежали от вефа. А разбегайтесь от зеленой ключи. Выбежали. Выбежали. Каст два. Дальше. Какая-то зеленая ночь не сделает. Все нормально. Каст на кузе. Отбежали на кузе. Отмечу. Забежали в этом кузе. Отличие пламя сбить каст. Всплеск тьмы. Каст Серсея. Отбежали от черепа. Все от черепа отбежали. Отлично. Каст на... Просто. Отбежали от черепа. Отбежали. Отбежали. Изи Джапанизи. Это тенефобия. Потрясающий, сыгранный, слаженный коллектив. У меня просто нет слов. Молодцы. Лучший коллектив. Бессмертие, крас просто. Лучшая гильдия на сервере. Да, и сейчас бессмертие, кстати, сделали. Молодцы. Отлично. Если бы это засчитывало. Засчитало? Ну да, конечно. А, ну ладно. Ладно, не подходите далеко туда. Сейчас иди подальше. Так, сейчас я раскину. На кого мне зайти? Не агрится он отсюда, чего вы так боитесь? Я захожу на полдина, сорян. Сейчас, ждите. Трис, это ты тыкнул пожарного же? Можно? Ты не поверил? Не поверил на пожарного? Олег, я может пожарного я тыкнул? Сука, заебали пиздеть, пидорасы. Помнишь, да? Что, будем делать? Ну пользуйтесь еще. Да, да, да. Смотри, сейчас кинешь пати на этого. На, папа. Бибов, мы плюс ноль делаем? Да. Можно на другого перса, у меня есть очки. На Вара? Не, на Робу. Нет. У тебя же на Роге есть очки. Что? У тебя ж на руке есть ачива. Нет, у меня только на сове есть ачива. А зачем тебе ачива, позволь спросить? В смысле, зачем ачива? Ну, на... это мейн у тебя рога? Ну да. А мы тебя сюда убивали плюс ноль? Значит, была нара, проси зайти куда-то. Он с пугами убивал плюс ноль, можно его тикнуть, в принципе, за это. Ну хорошо. Заходи на рову, ты хила. Запомни это доброту, понял, слышь? Спасибо, великий Ренивал, я надолго запомню о том, что ты для меня сделал. Слышишь, прицел, да, анколик вообще бесполезное говно. Блять, какой прицел, блять. На шипы может идти, бисовый там. Да, такие. А это, Лёха самогон, ты ушёл с инста, да? Да, я охнулся просто. Убивай. А
заходить на ШП или не надо, или что ты? РДД все. Вара, ты бесполезно без огна просто. Не дамажище, босс. Ну смотри, людей реняла. Спасибо, не надо. Ну, это не ролилось, она просто не персональная. Типа в ГБ ушло. Так. Миликов. Дай Релла мне. Релла, пожалуйста. А давай я тебе их выкуплю. Ну, ждите, пока все раскидаю. Так. На 15 минут могут идти? Нет. Не, мы сейчас пуляем. Я просто скажу, кто в каких порталах. И раскидаю пати по хилам. Так, это сюда. Сюда. Пипер. Так, а кто у нас просит? Я дамажил в комнате вообще? Коллега, я могу на шипу на свою зайти. Напомните, кто хорошо дамажил в комнате. Знаете, вот я уже раскидал первая, вторая пати, а вифа нет. Ралли. Ну, я в комнате умею дамажить, но есть ли смысл туда рога идти? В идеале. Можешь в идеале, но поставить, я нормально дамажу, только у меня лапли как-то, да. Потребный телефон. Ты же это себе iPhone купил и сделал под типа старый телефон. Типа, нахера вам вары, я боссами в комнате. Лег, ты можешь похилить, я в комнату ШП свой заведу кем-то. Спасибо. Поставь место. А ладно, дай тогда баба в первую пати, если. Не-не-не-не-не-не-не. Он не умеет играть. Так а чё там, зашёл звездопод, зажал, да и всё. Прием, прием. Так совой там вообще, типа, сова больше всех в комнате дамажит. Не пиздёшь это. Просто да, расскажи ему, как уворачиваться и все. Накидал на себя охоты, блядь, даешь старфол дубовую кожу, блядь, отворачиваешься от этих хуйни, старфол сам все за тебя делает. Это возможно, но объяснить человек нереально, не, еще никому не удавалось объяснять. Сейчас я его перетяну и объясню. Че слышно, мышка? Хорошо, тогда я бау вместо самого накидаю. Так, ну, слушай, Пеппер, а мы за две комнаты убивали плюс ноль. Да и даже в три можно. Ну, а сделайте в... кто-нибудь демона. Кто не пойдет. В идеале две комнаты. Вы убили в две комнаты? В прошлом две. Хорошо. Пул... Давай тогда, Пупер. Заходи на контакт. Не-не-не-не-не, я не буду выгонить самогона, его говно рогай, так что я не зайду на контакт. Зачем? Потому что я не хочу выгонить людей, которые просто тупят. Нет, если у самогона есть сова, пусть пиздует на сову. А я хотел тебе коня отдать. А чё ты на меня? Кстати, Лёш, да. Чё я тебе сделал, тупой ты уёбок, нахуй? Бибоп, анголик бесполезный будет на третьей фазе. Мне может нет, ты куда ливнул? Останешься варом в комнате. Мне вообще пофиг. Мне как бы до пизды, я могу и на сову зайти, я просто спросил, можно ли рога ему, то есть можно, так можно. Ну, бог, там нормально будет убить хоть босс. Это бесполезно. Так, давайте по танкам определимся, воит, мутант, кто еще? Кто может потанчить? А, танков нет. Пиздец, танков нет. Джерин, ты все уже? Ты офнулся? Блять, что это за дерьмо? ГБ Джерину. Джерион, ты зайдешь? Все, я объяснил, он все понял. Изи тактика. А че по порталам? Ну все, если, блин, Литрион зашел на ханта, заходи на сову. Запасной вариант будешь помнить. Кто демона спекнется? Вот из локов. Графит, Церцея, либо Вефа. Какой мой портал? Я в демон иду, весь. Короче, я посмотрел на Войда, там немного по-другому порталы, типа. Первый портал посередине, потом идут 4 слева портала и 4 справа. И там еще сзади, за боссом, еще один портал.
Так будет намного легче вам определять, где какой портал. Скажите, какой мой портал, пожалуйста. Да, скажу. Так, Козырь, ты заходишь в центральный портал по центру. Потом. Можно по циферкам? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Не, это дерьмо какое-то. Давай так. Айкен Блинк, заходишь в первый портал слева. Это не центральный. Окей. Ракшас во второй портал слева. Бау в третий портал слева, а я в четвертый слева. Козырь центральный портал берет, он хил, ДЦ. Так, теперь справа в портал Литрион заходит в первый портал, Филка во второй, или в третий, Камень в четвертый, это справа порталы. Удиален в центральный сзади портал. Козырь ДЦ, да. Портал первый справа, потому что тебе плохо слышно. Да. Литрион, первый портал справа, Литрион, Хилли. Все, я понял. Первый портал, второй. Ралли, третий портал, слышишь? Ралли, третий портал справа. Тебя не лучше слышно, если Или если все замолчат, то все все услышат. Каменс, четвертый портал справа, в идеале центральный, сзади. Такое ощущение, что он просто встал на стуле, чтобы кричать это. На табуретку. Так, это есть. Так, два танка затанчим, да? Не, ралли спик, ралли спик, ралли спик. Ладно, затанчим. Флаг охотнику, пожалуйста. Мы пойдем. Ну так, блять, вы что, не танки, сука? Сейчас, минуту, подожди. Кулак, лапы, интеллект, охотнику. Ребята, алло, вы будете что-то баф? Есть интеллект. Олег, раздавай кулаки. Ты ж сейчас ретрик. Пристабаф по хантам. Олег, по ССам что, кому раздать? Ничего не давай. Окей. Саня пускай кресты тогда даст тоже паладинам. Можно я скажу, пацаны? Нет. Валера, самогон за ВК. Да. На мутанта, на мощный калечащий яд, пожалуйста. С лидеером. Так, на последней фазе я скажу, кому СС отдавать. Я в портал захожу. Нет, не надо, тебе не надо портал. Поставьте рыбу, пожалуйста. Только ну, Валера, Валера не одновременно, по очереди делайте. Есть рыба? Рыба, рыба у кого-то есть? Рыба. Рыба. Ладно, все готовы, погнали без рыбы. Поставил рыбу. Поставил рыбу. Потом после боя. Дайте кулак в пороге, пристабав в пороге. Стойте, в ручке ничего не делайте. На голодный желудок воевать лучше. Это, Пейпер, давай, частицы на себя прикупай, захиливай танки, чтобы на тебя налагивался. Еще какой-то хуйня. Кулак, дайте, пожалуйста, третий пороге. Хан, не двигайся, не двигайся, Хан, зачем ты это делаешь? Самогон, что ты делаешь, блядь? ГП нахуй сейчас будет. А, да, я забыл, не дошел мертвеца. Звездочку видите. Третий патия на порталах. Мелкие щупальца, мелкий бьют. КДД большие. Та щупальца большая останется, все щупальца. Да, еще тут. Тут типа пакта кидается, такая фигня. По-моему, вышли. Пакта. Звездочку бейте. А, да, не попал. Бау, агро, караул. Кружок. Сливаем кружок. А это что, фаза закончилась, да? Да, да. Да. Отлично. Давайте, занимайте свои порталы. Смотрите, если кого-то хватает человека, щупальца хватает человека, который должен был заходить в портал, я скажу, кому зайти. Покажи, покажи мой портал. Да. Вот где-то здесь он будет, видишь? Где Ренивал стоит. Хорош.
А мой-то где будет? Я знаю, что третий слева. Ебать, зачем спрашивать? Да, выбегите из зеленого пучка. Лучи отбегают. Ленивал, Баус, Бутин, Спау. Не отбегай от меня. Это баг. Мне надо сбегаться, чтобы здравомыслие не терять. Козырь и доты всех. Щиты вешай на всех, потому что щит не пробивает. Здравомыслие будет все заебись. Смотрите, попал. Трепещите, смертные. Конец близок. А, да, кстати, первая пати слева, вторая пати справа в комнате. Что с ним происходит? Так, сейчас порталы, Бау, занимай портал. Портал. Портал, Бау, не туда. Правее твой портал, правее, ё-моё. Ты занял мой? Заебали. Ну, блин, картинку для кого рисовал? Вон в жопе портал один чей-то, блин. Зайдите, кто-то там ДДш какой-то рядом. Давайте за 3 комнаты. Спасибо большое. За дверь переведем. Валера, самогон большой. У меня 78 травмы. Видел, Серсей изначально тут стояла? Я зашла, потому что он пустой был вообще-то. Ладно, я шучу. Только он еще бейте нормально. Бля, мне не показывает каз здравомыслия. Когда забегать в портал? Короче, 10 секунд осталось. Начинайте выходить. Начинайте выходить. 10 секунд. Начинайте выходить. Все, выходим в портал. Выходите, выходите, 5 секунд, выходите. В центр встали и шестеренку бесконечно двигаете, пока не выкинет. Занимайте исходные позиции на порталы. Трепещите, смертные. Сливайте, Бау. Так, третий портал заходит. На Рекс зайдешь. Я жал, вообще без перерыва. В центр надо подойти. Сзади мелко щупальца слепи. Надо будет лежать. Заходим в порталы. Та же самая комната. Конец близок. Сзади мелко щупальца все тупо набито. Всем большое, всем большое. Пак, забегите. Бау, слить надо. Хорошо, бейте. 25 секунд. Сколько? 20 секунд, бейте. Те в свету все тяжелые, чё так мало урона? Милики, РДД. 10 секунд осталось, начинайте выходить. Начинайте выходить. Тяжелого все отошли. От тяжелого все отошли. 4 секунды. Сколько процентов? 57, еще одна комната нужна. Ну блять, Бау. И тяжело. Занимайте исходные позиции, так у меня 30 должно... хватить. Я 63. Я 67. Нормально, а то у меня меньше всего осталось. Уже 48. 5 порталов, ребята. 5 секунды порталов. Занимайте порталы, сейчас будут порталы. Самое простое. Квадрат сломан. В центре еще щупальца надо слить. Иди куда-то, блядь. Блядь, справа слейте щупальца, алло. Справа щупальца, ёб твою мать. 8 у меня осталось. Все, добивайте. Хватит до конца, вариантов нет. Блин, у меня 8 здравомыслий. 20 секунд, вы не успеете, все, бейте. Может, отворачивайся. Да. Просто переведете, вы сами должны из портала выйти, не забывайте. Перед мордой все становимся в портал, ой, в тотемы, в Фукасаку. Все, бейте босса сейчас, да. РДДшки. Бефа, давай СС на Пепера, Графит на Фукасаку. Ракшас на этого, блядь, на Козыря. Бейте босса, отвернулись. Отворачивайтесь, отворачивайтесь. Роста не будет? Давайте рост, рост, рост. Что это на Рексис? Таки трэш бейте. Давай СС на мутанта. Питер, не забудь кинуть босса. Бейте. Вообще теряйте мобу, кресты. Вернулись. Отворачивайся, сейчас будет опять вот эта херня.
бейте дальше. А когда эту херню надо кидать? Отмечаешь. Вернулись, Больше 40 здравомыслия, не отворачивайтесь. Забери трэш с рейда, масса не бейте. Точечно в босса играйте все. Слышишь, скажи, когда валанер надо кинуть? Он кастует оглушающий рев. Вот сейчас спасть, видишь, широко открывает. Моя пизда, я не кину, короче, кину 8. И еще сейчас будет шанс. Я уже контролю. Если сливайте. Тебя убить. Сливайте. Если. Да, давайте убьем и БР. Да нету БРов. Он будет на контроле, это бесполезно. Контроль будет. Сместили все трэша. Добивайте босса тогда так сами. Просто сливайте, это надо. Надо застанить мобов либо фирм дать. Ведите под брюсой. Отворачивает. Дал фир. Просто слейте. У косаку надо убежать отсюда влево. Надо сместиться всем влево. Давайте перестыть гим на ману. О, когда он будет орать, вы дадите гим на ману поставить АТТ. Дай ассист, Олег. Прямо сейчас дай ассист. Не успел. СС должен был на тебе быть. Так, даю 8. Ну там после дашь. Бойте гимн на ману. Бейте босса, бейте босса. От трэша бегайте. Один каст давайте. Отвернулись, На команде как занятие. Вернулись, бейте. А трэша бегите, контрольте его. Морозьте там и так далее. И пока бейте. Еще 3 секунды у вас есть. Вот теперь отвернулись. Теперь повернулись, бейте. Трэша бегайте. Добивайте окончательно уже. Вот сейчас бот сало, у вас 1 секунда есть. Вот теперь отворачивайтесь. Не-не-не. Че себе отворачивать? Да просто добивайте его там 200 тысяч. Вот теперь повернулись, добивайте, бегайте от трэша. Бегайте от трэша, добивайте. Добейте. Графит красавчик. Ха, не добьет. Добивай. Давай, ха, 2 выстрела. Хуй. Графит, тащи. Добили. Нет. 945. Сука. О, мой красава, убили, слышишь? Я ебу, я серьезно? Бля, Лев, а нахера ты на себя себя скидал? Я случайно. Чтоб потом встать. А, всех ГЦ. Это еще плюс 2000 ИП. Давайте порешаем, кому голову. Я за то, чтобы отдать ее. Паролу. Не-не-не. Тому, кто больше всего набил щупальца в комнате. Давайте паролем просто. Джерин, брат. Собери на Малика 125 ночи, его умоляю. Я так понял, ты ему хочешь башку дать, поэтому, да, сказал? Джерин, Малик. Первого трая плюс 0, правда, по-дебильному. Было бы 2 комнаты, если бы Бау не умер. Да, блин, я еще раз говорю, я тыкал без перерыва на этот долбанный портал, я хуй знает. Я тебе ничего не говорю, я просто констатирую факт. Ты мне скажи, почему не портовало? Че за хрень? Надо было подвигаться и ближе подходить, если не портовать. Блин, коните ДПС из комнаты, как вообще пульсу. Надо заранее, за 10 секунд, короче, если ты не уверен, надо сразу подбегать к порталу и тыкать его. Виталий, ресни, пожалуйста. Он сначала босса залтает. Так. Ликоните ДПС по щупальцам из комнаты. Ликоните мозг и чувствительность. Ну не рогу, реса. Реса те, кто умеет рез. Реса и бой, да. Он умеет рез. Так, голову у нас паролят. Ракшас, вот ты получал голову на мейна, да? Так, голову ролят Каменс, Хилика, Литрион, Трисия. Спасибо. Пепер. И Нарексис. Ролики. Ролят те, кто обычно не тупят в рейде и ходят с самого начала. А в идеале. О, ГЦС. Ну, в идеале не, пока рано еще. Че, Вуди с нами тоже постоянно ходит?
идеален. Псих. Псих ходит 3КД, наверное, да? Идеален. Психу надо еще до 9 мая рейдить с нами, чтобы голову ролить. Типа что, да? Какой пузырь по КД ходит постоянно. Норм вообще тип. Трейси, слышишь, кому еще надо паролить голову, твое мнение? В идеале? Ну, в идеале, но я бы дал пароль. Давай, в идеале, кидай. Я бы дал сам себе пароль. Все, Трейси выиграл. ГЦ, Трейска. Спасибо. Пять. Раз. Учи, учи нам. Слышишь, Олег? Слышишь, Олег? Че? Че, козырь не... Не рассматривайте. Чё, козыря не рассматривайте. Веди кандидата на башку. Но так норм тип. Я не говорил про козыря? Нет, он не ролил. Козырь, кидай ролл. Так уже поздно. Кидай ролл. Всё равно дурно. Голову выучил. Не, забыл. Войд же сказал, учи голову на мувик, я и выучил. Следующую бабушку просто козырь забрал, чтобы сейчас выиграл вообще. На алгалона не ревайте, на вар разбери. То есть там еще алгалон? Конечно. Карали, ты же забирал уже этот высасывание крови или нет? А, оно персональное. А че вы поливали?